I believe in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Это история Кристы Гейл Пайк, самой молодой женщины, когда-либо приговоренной к смертной казни в США. На момент совершения чудовищного преступления, подробности которого вызывают шок и отвращение, ей было всего лишь 18 лет. Однако, если вынесение смертного приговора – относительно быстрый процесс, то ожидание его исполнения может тянуться долгие годы. Сейчас Кристе 47 лет, и она все еще находится в камере смертников. Вместе с адвокатами преступница продолжает бороться за то, чтобы получить пожизненное заключение вместо казни на электрическом стуле. Но заслуживает ли она второго шанса? Трудное детство. Криста Гейл Пайк появилась на свет 10 марта 1976 года в Западной Вирджинии. Она родилась недоношенной, поскольку во время беременности ее мать Кариса Хэнсон страдала алкоголизмом. После рождения ребенка женщина продолжала злоупотреблять алкоголем и принимать наркотики. Родной отец Кристы тоже не хотел участвовать в жизни дочери, поэтому она была отдана на воспитание бабушке, которая также испытывала проблемы с алкоголем. По некоторым утверждениям, ее сожитель домогался до Кристы с самых ранних лет ее жизни. После смерти бабушки в 1988 году 12-летняя Криста переехала к матери, которая на тот момент работала медсестрой. Ее возлюбленный жил вместе с ними. Мужчина был неуравновешенным и часто вымещал свою злость на девочке, избивая ее ремнем. Мать Кристы пыталась наладить с ней отношения и выбрала единственный знакомый ей способ. Вместе они стали принимать наркотики. В доме никогда не было строгих правил. К Кристе относились как ко взрослому человеку и никогда не занимались ее воспитанием. Ей разрешалось делать все, что она захочет, но только если это не беспокоит сожителя матери. Иногда, когда мужчина выходил из себя, Криста ненадолго уходила жить к родному отцу. В конечном счете, она стала неуправляемым подростком, и ее выгоняли из дома по меньшей мере дважды, прежде чем ей исполнилось 18 лет. Юная Пайк никогда не любила учиться. Она бросила школу, и это событие дало ей полную свободу действий. Вскоре она начала активно воровать в магазинах и была арестована. Позже выяснится, что Криста не являлась скрытной преступницей и даже не пыталась быть осторожной. Напротив, все ее действия производят впечатление, что она хотела быть пойманной. Некоторое время она провела в центре временного содержания, после чего предприняла, пожалуй, единственную попытку наладить свою жизнь. Криста, желая пойти по стопам матери и стать медсестрой, записалась на курсы профессиональной переподготовки Job Corps. Однако именно во время этой учебы Кристы Гейл Пайк развернулись те жуткие события, которые навсегда лишили ее шанса прожить счастливую и долгую жизнь. На курсах Криста познакомилась со своим парнем, 17-летним Тодарилом Шиппом. Юноша учился на повара и обладал не менее дурным воспитанием. Все детство он прожил с матерью без отца в одном из самых криминальных районов города. В 9 классе он бросил школу, связался с уличными бандами и занялся преступной деятельностью. Как и Криста, он предпринял последнюю отчаянную попытку исправиться и получить хоть какое-то образование. Но вместо этого пара большую часть времени попадала в неприятности. Лучшей подругой Кристы была Шадолла Петерсон, девушка, которая также обучалась в Job Corps. Они быстро нашли общий язык и, судя по всему, имели много общего, включая интерес к сатанизму. Тодарил также интересовался оккультными науками, и некоторые люди даже слышали, как они втроем говорили о человеческом жертвоприношении. К сожалению, никто не воспринял их всерьез до тех пор, пока в Job Corps не появилась 19-летняя Колин Слэммер. Она изучала компьютерные технологии, у нее были совсем иные увлечения, нежели чем у Кристы. Возможно, эти двое никогда бы не пересеклись, но в стенах учебного заведения начали ходить слухи о том, что Колин преследует Тодарила и что однажды они даже переспали.
Неизвестно, была ли эта информация достоверной. Друзья Колин утверждали, что между ними ничего не было, а Тодарил все же признался, что они встречались за спиной у Кристы. Криста Гейл была невероятно ревнивой. Она не хотела позволить другой девушке увести своего парня. В январе 1995 года Криста, находясь на учебе, вскользь рассказала одному из своих одноклассников, что решила убить Колин, потому что просто почувствовала себя злой в этот день. Но тот не воспринял ее слова всерьез и решил, что девушка злится из-за слухов, связанных с ее парнем. На следующий день Криста предложила Колин потусоваться с ней, Тодарилом и ее подругой Шадолой. Вечером они планировали пойти в парк и покурить вместе травку, которая стала бы своего рода трубкой мира для Колин и Кристы. Как только они оказались вдали от посторонних глаз, стало ясно, что на самом деле хотела сделать Криста при помощи своих друзей. Пока ее подруга Шадола выполняла роль наблюдателя и следила за тем, чтобы их никто не заметил, Криста начала жестоко избивать Колин. Она приказала ей раздеться, чтобы еще больше унизить девушку, после чего вместе с Тодарилом стала пинать жертву ногами. Колин лежала на земле, когда Криста достала два ножа и начала вырезать у нее на животе пентаграмму. Затем она стала наносить девушке удары ножом и вскрывать ей кожу. Пайк сделала более 300 порезов, пока Колин была еще жива и находилась в сознании. Истекающая кровью жертва пыталась поговорить с Кристой и убедить ее остановиться. Обещала, что если ее отпустят, она навсегда уедет домой во Флориду и никогда не вернется. Но Криста Гейл Пайк не остановилась. Вместо этого она взяла большой кусок асфальта, лежавший на земле, и стала бить им Колин по голове, пока та не умерла. Позднее Криста описывала те страшные звуки, которые издавала Колин, захлебываясь собственной кровью. Когда она затихла и стало ясно, что девушка мертва, Криста наклонилась и подобрала кусок черепа Колин, положив его в карман куртки, чтобы сохранить как некий трофей. Затем все трое накрыли тело листьями и пошли обратно в общежитие, как ни в чем не бывало. Сообщники оставили труп на том же месте в парке в неглубокой яме и даже не пытались его скрыть. В общежитии Криста встретилась со своей соседкой по комнате. Она похвасталась тем, что только что убила Колин и показала ей кусок черепа, чтобы доказать это. Позже соседка выступила на суде и заявила, что Пайк, похоже, очень гордилась своим поступком. Она улыбалась и пританцовывала, когда рассказывала об убийстве. Однако почему-то соседка не вызвала полицию в тот вечер, видимо, не до конца поверив, что могло произойти такое страшное событие. Лишь через два дня один из сотрудников Job Corps наткнулся на тело Колин в парке. Сначала он решил, что это останки мертвого животного, но подойдя ближе, понял, что перед ним изуродованное тело человека. Личность погибшей вскоре была установлена. Судмедэксперты сообщили, что причиной смерти стала тупая травма головы и добавили, что до этого жертву жестоко истязали. На теле девушки было немыслимое количество ран, вокруг каждой из которых находилось кровавое пятно. Это означало, что сердце Колин все еще билось в момент их нанесения. Она была жива, когда в нее многократно вонзали нож и перерезали горло. Криста хвасталась убийством практически всем, кто ее слушал, поэтому, когда тело Колин было найдено, полиция сразу назвала своего главного подозреваемого. Когда девушку привезли в участок для допроса, она во всем призналась и дала разрешение на обыск своей комнаты в общежитии. В ней были найдены джинсы, пропитанные кровью Колин. Она показала следователям, где выбросила улики, включая документы погибшей, и сообщила все детали убийства, необходимые для вынесения обвинения. Последней уликой в этом деле стала та самая куртка, в кармане которой лежал кусок черепа жертвы. Ее обнаружил школьный учитель в своем кабинете. Пайк призналась, что между ней и Колин был конфликт на почве ревности к парню, и изначально она хотела всего лишь напугать девушку, которая мешала их отношениям. По словам Кристы, в момент истязания Колин умоляла сохранить ей жизнь, но это только больше разозлило преступницу. В момент убийства ей показалось, что кто-то проходит мимо них, поэтому она остановилась и начала осматриваться. Жертва попыталась воспользоваться этим и вырваться, но ее повалили обратно на землю. Криста утверждала, что хотела избавить Колин от боли и страданий, поэтому оказала ей услугу, ударив по голове большим куском асфальта. Также она сообщила, что ее сообщниками были Тодарил Шип и Шадолла Петерсон.
Кристи Пайк было предъявлено обвинение в убийстве. Было абсолютно ясно, что девушка сознательно убила Колин. Однако ее адвокаты пытались доказать, что обвиняемая – невменяемый человек, якобы у нее были ограниченные умственные способности и пограничное расстройство личности. Они ссылались на ее трудное детство и жестокое обращение со стороны семьи, а также зависимость от наркотиков. Что действительно интересно, так это выводы, сделанные Джонатан Генри, врачом, который изучил мозг Кристи Пайк. Он обнаружил, что лобные доли, в которых развивается чувство добра и зла, не были соединены должным образом. По его мнению, Криста была обречена на совершение тяжких преступлений, когда еще находилась в утробе матери. Из-за того, что женщина во время беременности злоупотребляла алкоголем, плод сформировался неправильно. Все убийцы, которых изучал Джонатан Генри, имели одну или несколько из трех особенностей – повреждение мозга, пережитое в детстве жестокое обращение или психическое заболевание. Криста Пайк обладала каждым. Эти факторы, вероятно, послужили причиной совершенного ею убийства, но никаким образом не оправдывали ее. Суд признал ее виновной в убийстве и приговорил к смертной казни. Присяжным потребовалось всего 2 часа, чтобы вынести свой вердикт. Раскаивалась ли Пайк в совершенном преступлении? Ответ на этот вопрос можно обнаружить в письме, которое она написала своему парню сразу после суда. «Пожалуйста, напиши мне. Я так по тебе скучаю. Видишь, что я получаю за то, что пыталась быть милой с этой шлюхой. Я выбила ей мозги, чтобы она поскорее умерла и не истекала кровью, страдая еще больше. А они меня поджарят. Разве это не дерьмово? Пожалуйста, напиши и расскажи, что ты чувствуешь. И еще скажи своему адвокату, если он захочет, я дам показания в твою пользу, я сделаю это. Я люблю тебя до конца своих дней, маленький дьявол». Что касается Тодарила Шипа, то он также был осужден за убийство Колин Слэммер. Поскольку на момент совершения преступления ему было 17 лет, ему не могли вынести смертный приговор, поэтому Шип получил пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения через 25 лет. Лучшая подруга Кристи, Шадолла Петерсон, не участвовала в убийстве и оставалась наблюдателем. Она дала показания против Кристи и Тодарила, поэтому получила лишь условный срок. Криста Гейл Пайк после суда подала апелляцию, однако через 5 лет девушка попросила ее отклонить и привести смертный приговор в исполнение. Судья выполнил последнюю просьбу Кристи. Дата казни на электрическом стуле была назначена на 19 августа 2002 года. Вскоре после этого Пайк передумала, и 8 июля 2002 года ее адвокаты подали ходатайство о продолжении апелляционного процесса. Суд постановил, что разбирательство должно быть продолжено. Криста Гейл Пайк, осужденная в 1996 году, все еще находится в тюрьме в ожидании рокового дня. За это время она совершила еще несколько преступлений. В 2004 году Криста была обвинена в покушении на убийство сокамерницы Патрисии Джонс. Во время их ссоры она попыталась задушить женщину шнурком от обуви. Вновь Пайк не пыталась скрыть своего преступления. Она позвонила и рассказала о нем матери. На записи слышно, как Криста говорит: «Я обернула ее шнурком и попыталась задушить. Она потеряла сознание, мама. Дергалась на полу. У нее шла пена изо рта, а глаза закатились». Криста пыталась обжаловать свой приговор еще несколько раз. Одна из самых существенных апелляций была подана в 2012 году, когда она заявила, что ее адвокаты были неэффективны и не могли адекватно представлять ее интересы. Пайк утверждала, что не были предъявлены смягчающие обстоятельства, которые могли бы повлиять на решение присяжных. Однако Верховный суд штата Теннесси отклонил апелляцию, постановив, что адвокаты обеспечили компетентную защиту и вынесли справедливый приговор. В этом же 2012 году заключенная попыталась сбежать из тюрьмы, однако эта попытка провалилась. Ей не было предъявлено еще одно обвинение, поскольку у Кристи нет ни малейшего шанса когда-либо выйти на свободу. В 2022 году мать погибшей Колин Слэммер, Мэй Мартинес, обратилась в суд с просьбой наконец назначить дату казни для убийцы ее дочери. Она сказала: «Я хочу, чтобы это произошло до моей смерти, иначе никто не увидит справедливости». Дорогие гости и подписчики канала, как вы считаете, будет ли Криста Гейл Пайк казнена? Почему девушка не скрывала свои преступления? Свои предположения пишите в комментариях.